Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история Пита. В прошлой серии мы остановились в полицейском участке. Я нашел гильзозаправочный аппарат, отдыхая зомби. Так, надо выходить с этого полицейского участка, потому что у меня клаустрофобия начинает развиваться. Не люблю помещения. Там, где всякие бяки-буки. Так, надо нам немножко, да, сходить в машину. Сходить в машину, выложить весь лутецкий, который мы нашли. И, в принципе, можно будет центр начинать подчищать на предмет наличия различных нужных приколюх. Вон то, что гильзозаправочный инструмент мы нашли, это прям очень круто. Это прям мега круто. Ого, ты там паничку словил жесткую. Подожди-ка, давай принимай бетку. Давай кури сишку. Вот, мы избавились от всякой бяки-буки. Так, тут у нас все так как и должно быть. Давай посмотрим карту, куда мы могли бы сходить. Можно было бы, кстати, на СТОшку сбегать. Почему бы, собственно, и нет. И чуть что повоевать с зомбиями чуть-чуть. Так, в спифыч мне пока что не надо. Надо разобраться сначала с этими головами, наверное, скорее всего. Потому что это самое будут мешать мне. Если там тоже будет пачка. Большую пачку брать пока что не вижу смысла. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Отдыхай. Тихо. Вот так. Вот так. Так, коп, иди сюда. Нифига вы там за углом шкеритесь, гадости. Так, вроде бы тут с микропачкой это разобрались. Ага, тут еще одна такая же. Ну ладно. Не проблема. Разберемся. Вот так вот. Так, в медицинский магаз я пока что идти не буду, потому что мне там брать нечего. Да и незачем. Так, ты иди сюда. Так, вы тоже ползите. Здравствуйте, дядя доктор. Вот так. Хорошо. Есть. Есть. Ой. Вот про это я и говорил. А то, что я сейчас толпу собрал бы, и было бы неприятно. Отдыхай. Тихо. Тихо, говорю. Вот так вот. Меня устраивает. Так, что у нас в этой СТОшке находится? Мощный клей для починки шин. Фонарь. Фонарь из аутентика вместо синенький и желтенький. Его даже разобрать нельзя. Так это же замечательно, что его нельзя разобрать. Следовательно, мы тогда желтый. Это в избранное, это убрать из избранного и разбирай вот этот фонарь. В принципе, очень замечательно, что так. Так, дорожная сумка мне не нужна. Что у нас здесь? Г-образный ключ. Домкрат. Глушитель качественный, тип стандартный. Ну, блин, я возьму. Мало ли шо. Так, Riverside Gunstore Map, два штука. Еще один гильзозаправочный инструмент. Слушай, я возьму еще один. Пусть будет. Чисто на жадничах. Так, ты отдыхай. Вот эту шляпу сейчас надо разобрать. Это бери в руки. Здесь что-то будет интересное. Коробка скрепок и книжка, в принципе.
пойдет. Три энергетика сразу. Двое чипсиков. Тараканчик сюда. Мусорный пакет тоже сюда. Так, и закрываем. И, в принципе, закрываем. Можно обратно сбегать. Выкинуть найденное. Очистить инвентарь, так скажем. И бежать налегке. Так, туточки, туточки, туточки. 260 килограмм на вместимость. Отлично. Покушать? Ну, попозже покушаем. Думаю, можно вот это местечко будет залутать. Почему? Потому что... Тут, в принципе, офисы. Ну, в самих офисах, наверное, вряд ли что-то в столах найду. Хотя есть шанс на бурбоныч. А бурбоныч это отличный молотов. Но тут буквально ни хрена нет. Вообще ничего. Так, здесь расческа, духи. Водички можно набрать. Водички наберем. Так, здесь склад получается. Ящик с инструментами и изолента. Так, хорошо, получается, можно сбегать на второй этаж и чекнуть здесь офисы. О, еще баночка энергетик. Отлично. Отдыхай. Здесь в столе ничего. Здесь в книжках. В книжках ничего интересного. Тут ничего. Да и вообще, в принципе, больше ничего интересного. В туалеты даже заходить не буду. Здесь пусто. О, 20 сигарет. Неплохо. Берем. Холодос пустой. Водичка нам не нужна. Еще вот те столы дальние. Давай проверим. Резинка. У меня уже целая пачка там. И все, больше ничего. Все, можно спускаться с этого второго этажа. Он тут, кстати, можно на крышу вылазить, по идее. По идее, но я не уверен. А давай проверим. Да, здесь действительно можно вылезать на крышу. Кстати, я в первый раз на эту крышу вылез. С этого здания, да, я знаю, что можно вылезти. Кстати, когда много зомби, можно вот так вот становиться сверху. Вот так вот в присед и качать легкий шаг и скрытность. Делать я этого, конечно же, не буду. Мне оно ни к чему, абсолютно. Без буста и тем более без книжек. Вот это очень долго будет все дело занимать. Так, печенье с сахарком. Это мне. Еще сахарок. Это мне. Чайный пакетик сюда его. Печенье, сахар, чайный пакетик сюда. Вот это тоже сюда. Так, а здесь кружечка пустая. Бутылка из-под содовой. Брать не буду. Тут меня тоже мало что волнует. Вот здесь давай просмотрим. Пусто. Испорченная. Ну и пошли внутрь. Шоколадная крошка. Ведро. Ну, кстати, ведро бери. Пригодится. Пусто. Homemade apple jam. Бери. Тесто для пирога. А оно ж не портится, кстати. Вот это прикольно. Туда можно что-нибудь будет добавить. Чего-нибудь интересного. Так, хорошо. Вот этот комплекс мы залутали. Сюда я в принципе не пойду, потому что там, ну, нехер делать. Вот от слова совсем нехер делать. Стройку мне качать не нужно. Здесь я ничего интересного не найду. Просто чтобы вы убедились. Ну, хоть... Стоп! Стоп, Ирина. Я туда пойду. Я туда пойду. Я передумал, я переобулся. Скотчик сюда давай. Спички сюда. Так, скрепку одну брать даже не буду. Проволока вон. Коробка банок. Кстати, проволоку ж можно намотать на бит. Если что. Бейсбольная бита в проволоке. И ее можно починить с помощью проволоки, опять же. Давай изолентой.
И давай еще проволокой починим. Не получилось, да, чуть-чуть? Опять не получилось или получилось? Там хрен угадаешь. Так. А, почти фул. Почти фул, отлично. Свечка, свечка, свечка. Так. Здесь у нас что в холодильнике? Ничего интересного. Ничего интересного. Что еще здесь? Так, ну здесь прокачка этого. Здесь гурман. Ну, видите, прикиньте, а если бы не зашел? Так бы я остался без вот этой книжки, которая позволяет нам заготовку для сыра, раскрасить сыр. Заготовку для плавленного сыра, для моцареллы. Шо-шо. Ладно. Но неплохо. Так, радио брать не буду. Где там этажи этот шипит? Где-то сверху? А вот они. Это место для прокачки газосварки, если что, смотрите. Прикиньте, сколько здесь можно будет разбирать. Так, где-то там оно шипит. Жижа, но это, скорее всего, на улице. Так, быстренько забегу на второй этаж, посмотрю чисто, аккуратно. Есть ли смысл? Нет, смысла не вижу для себя лично. Поэтому идем дальше. Идем дальше, а дальше мы пойдем... Ну, слушай, надо вот сюда идти. Надо сюда идти, потому что нам надо проверить... Во-первых, Enigma Books. А, ну, кстати, да, проверить Enigma Books, действительно. Я тут и табуретку свою оставил. Не надо поджимать меня, пожалуйста. Не очень люблю, когда меня поджимают. Так, стоять, где там? Вот он, дробовичок. И все, что ли, получается? Получается, да. Подожди, это ж не все. Вот этот вот кент еще. Дигл у него. И очки авиатора запасные. Так, моя табуреточка ко мне, считай, вернулась. Будь здоров. Тихо будь. Так, у меня энергетик есть с собой? Я вроде ж находил. Да, я находил один только. Пей. Эх, подышать бы. Так, бетки ешь. Тихо. Тихо. У работяги гвозди надо забрать, если они будут. Один, вот гад. А где остальные? Где остальные гвозди он оставил? Так, не помню, Enigma Books я залутал или нет? По-моему, да. Да. Все, я вспомнил. Офигеть, это они в соседнем помещении так шипят. Хорошо, будем иметь в виду. Офигеть, вас тут тоже тут насыпало гадостей. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Угу.
какие же вы душные, а? Да ё-моё. Ух, там красное вино у зомби было. Ух. Вот это да. Плотненьким потоком они тут, конечно, чилят. Так, пошли дальше. Меня интересует магазин инструментов. Там, в принципе, и семена можно было бы найти. Так. Тихо. Откуда вы вообще нарисовались? Отлично. Давай проскипаем. Ой, не. Ну не. Ну нет. Ну за что? Да за что, ну? Да почему? Почему здесь все сгорело? Ну не. Ну нет, ну вот ради чего я тогда тут чистил? Какой в этом был смысл вообще? Ну и давай пойти сюда тогда. Гадость. Пу-пу-пу. Я даже немножко расстроился. Ну что поделаешь. Ни хрена ты тут не поделаешь на самом деле. Поехали домой. Thank you.
Так, ну что, мы дома? Мы дома. Я думаю, что можно раскидать лутецкий и увидеться с вами после перемоточки. Вроде все. Вроде я с этим всем делом закончил. А мне в комментариях там писали люди по поводу типа, вон, ты ж про эту машину говорил. Я говорил про эту машину. Про вот этот вот пикап, который я хочу в будущем восстановить. Как-то так. Да, и надо было бы заняться еще автомеханикой. Но есть один нюанс. Я же гвоздей, по-моему, вообще не нашел. Ни одного. Есть у меня такое какое-то подозрение. Давай-ка мы это дело перепроверим. У меня вот один гвоздь есть, а все, а коробок гвоздей ноль. То есть, что ездил, то смысла не было. Даже не знаю, что по этому поводу рассказать. Собирательство тоже мы не нашли. Книжку. Хотя тоже она нам нужна была бы. Вот. Чем можно было бы? Наверное, шитьем можно было бы пойти покачать. Попробовать. Какая, в принципе, разница. Так, нитки. Нитки. Блин, а как тут сейчас это все дело друг от друга разобрать? Ну, давай, наверное, сделаем вот так. Вот эти нитки тоже забирай все. И там есть такой момент, то что можно сделать бечевку. Да. Вот так мы делаем. Вот две бечевки у нас и получилось. Из кусочков нитки мне, наверное, там не хватает, да, чуть-чуть? Да, чуть-чуть не хватает, действительно. Так, и в остальном, в общем и целом, можно брать тряпки и начинать гриндить шитье. Каким образом? Давай сначала сишку скурим. Дальше мы... Давай, наверное, на перчатках, разницы-то и нет никакой. Train Tailoring. Я очень надеюсь, что до 6 уровня...
До 6 уровня всего этого дела хватит. Потому что если не хватит, я немножко расстроюсь. Хотя вроде как должно. Вроде как. Но это не точно. Может быть, даже самих тряпок не хватит. Так, 5-е шитье есть. Нет, до 6-ки, наверное, 100% не хватит. Подожди, а как лучше? Вот так? Не, наверное, лучше на максимальном ускорении. И не хватит 100%. Надо будет распускать еще тряпки на нитки и так далее. Так, все, пауза. Тебе не хватило самих тряпок, да? Ну, у меня тут еще есть. У меня тут еще есть родной. Так что давай train tailoring. Так, отлично. Даже сказал идеально. Так, убирай заплатку. Дальше берем вот это все дело. А кусочки ниток тоже сразу же бери. Вот эти тряпки бери. Давай, наверное, вот так сделаем. Для того, чтобы оно там не путалось. Вот так делай. И распутать всю одежду. Шитье при этом деле даже прокачивается чуть-чуть. Не чтобы, не так сказать, чтобы уж сильно, но прогресс есть. Какой-никакой, но есть. Так, тормози. Мы же опыта, по идее, меньше получаем. Из-за его вот этой дурацкой депрессии. Принимай таблетки. Вот это кушай. Вот это ешь. И еще. И еще. Еще жвачку. Молодец. Сейчас пойдем еще книжечку прочитаем. Будет замечательно. Но не до конца, видите? Замечательно, но не до конца. Так, разбирай. Так, это было все, что ли? Подожди, нам надо, получается, сейчас одну штучку, и у нас будет три мотка ниток, да? Получается, да. Тряпки бери. И давай еще train tailoring. Не, наверное, всех этих движух, которых я, наверное, разбирал тряпок, то мне не хватит. 100% не хватит. Это же, наверное, все, да? У меня полоски кожи. А, джинсовую вот эту вот. Джинсовые приколы тоже можно разбирать, а кожаные нельзя. Но это и хорошо. По крайней мере, не запутаюсь. Так, все получается. Вот так. Вот так. А, ну на нити. Джинса на... Из джинсы бечевку делать. Классно было бы. Давай, нам 200 ниток надо. 200 кусочков. Так, тормози. Раз, два и три. Сделать нитки. Вот так. И снова train tailoring. Но этого не хватит. К сожалению, не хватит. Не хватит нам этого всего. Всех вот этих движух так убирай. Это во-первых. Во-вторых, нам надо что-то похавать. Что-то похавать, что-то, наверное, калорийного надо, правильно? Да. Кукурузные хлопья раз. Кукурузные хлопья два. Двойной буст имеем. Да, до 6-ки будет качаться, наверное, долго. Так, что ты там кричишь? Не кричи. Так, ну и, собственно, давай еще вот этим делом. А, не займемся мы этим делом. Потому что уже, в принципе, серию надо заканчивать. Большое всем спасибо за просмотр, лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.